способны бороться за свою любовь и с жизненными обстоятельствами, и даже с настоящими зомби. Партнером Юлии на съемочной площадке стал Михаил Ефремов. Он преподнесет зрителям массу сюрпризов. «Зомби-каникулы 3D» – площадка для борьбы с зомби, полная юмора и стеба. Фильм будет выпущен на экраны 15 августа при массированной рекламной поддержке молодежных телеканалов «Пятница» и «Дважды два». Выход фильма на экраны поддержат радиостанции DFM и Рекорд в своем пресс-шоу «Кремова и Хрусталева». В сфере интернет-продвижения будут задействованы основные площадки. Кинопоиск под брендирование, афиша «Яндекс». Всем доброго вечера. Все-таки уже уставшее количество просмотров фильмов. Ну что, если быть откровенным, конечно же, комедийный боевик «Каникулы зомби», отчаянная я такая бунтарка там, да? И количество, наверное, поклонников зомби превышает количество поклонников футбольной какой-то команды. Ну, наверное, да. Как уже было сказано, 15 августа российский зритель сможет увидеть этот фильм, причем раньше, чем где-то за пределами нашей Родины. И я считаю, это прорыв, потому что для российского жанра кино, потому что мы вышли на международный уровень, мы уже продали фильм в Германию, в Америку, в Японию. Сейчас идут переговоры об Австралии, Франции, Южной Корее. Вот. И я думаю, что это не просто как бы под копирку собранный какой-то жанр. Это там очень много стилизации на русский манер. Я думаю, не во многих фильмах вы увидите, как можно с помощью серпа и молота уничтожать зомби. Вот. И я думаю, что зрителю будет интересно, как его соотечественник, товарищи и друзья всеми силами истребляют полчища зомби. Ну и, естественно, думаю, будет интересно посмотреть на Юлию. Конечно, поэтому, наверное, женщина приходит за себя что-то где-то увеличивать, чтобы режиссер на съемочной площадке обращал внимание, да, на свою героиню. Ну, я думаю, что у тебя и так с этим все в порядке. Ну, еще раз скажу, да, отважная девушка, которая побеждает, которая открывает всегда дверь, которая защищает свои интересы, которая ничего не боится, которая за любовь, за дружбу, за мир. Вот. Ответственно заявляю, что это первая российская площадка, где вы по истреблению зомби, и вы сможете с пользой провести время, потому что помимо этого вы просто узнаете, как избавиться от этой страшной болезни зомби. Но мы, в свою очередь, постараемся приехать и поддержать этот фильм в вашем городе. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо большое. Ну, теперь, в общем, давайте наденем очки и посмотрим ролик. И свет еще выключим.